Здравствуйте, уважаемые зрители. Здравствуйте, Владыка. Добрый день. Для современного человека паломнические поездки стали неотъемлемым атрибутом церковной жизни, особенно летом. Что такое паломничество и для чего отправляются по святым местам? Паломничество – это поездка человека в то или иное известное место. Как правило, это какой-то монастырь или храм, на котором находится некая святыня, чудотворная или икона, мощи какого-то святого или частицы его мощей. Поездка с целью поклонения. Вот на болгарском языке нет слова «паломничество». Это такое, да, поклонничество, да. Вот. Поклониться. Поклонническое путешествие, путуванное. И это действительно такая вот вещь очень привычная и очень для наших православных людей очень ценная. И обычно все любят паломнические поездки. Вот. Каждый батюшка скажет, что к нему регулярно приходит батюшка, давайте куда-нибудь съездим, давайте куда-нибудь в паломничество съездим. Вот. Это и естественное для людей желание как-то повидать что-то новое. Вот. И, конечно же, возможность поклониться святыням, особенно если таких святынь нет у него вот в своем храме или в своем городе. Вот. Это очень воодушевляющее такое путешествие, если оно правильно организовано. Вот оно может людям очень помочь в познании, во-первых, своей веры, своей истории, если мы путешествуем по каким-то монастырям, по историческим местам. Они все связаны с очень интересными событиями в жизни нашего Отечества, вот, в жизни нашей Церкви. Это, конечно, расширяет кругозор. Особенно это важно и полезно для молодых, для воспитанников воскресных школ, юных пономарей, которые помогают в храме. Вот, они узнают много нового и интересного. А можно ли назвать паломничество духовным туризмом? Да, ну, да нет, наверное, это не совсем так, такое, да. Ну, назвать-то можно как угодно, да, но очень важно, чтобы все-таки это не превращалось в туризм, потому что туризм, ну, предполагает несколько иное состояние души и зачастую тела, чем паломничество. Вот, поэтому все-таки это разные вещи. Я не говорю, что туризм – это что-то плохое, ни в коем случае. Нет, замечательный. Вот, собственно говоря, из хороших туристов потом получаются прекрасные паломники обычно, да. Паломничество – это, прежде всего, какой-то такой духовный труд. Ведь, опять же, в старину паломничали пешком. Да, язык до Киева доведет. Да? Вот какой-нибудь симбирские крестьяне собирались и шли на богомоле в Киев, да, представьте, пешочком так вот туда и обратно. Вот. На Афон ходили пешком, в Иерусалим ходили пешком и обратно. Обычные русские люди, мещане, крестьяне, купцы. Да. И это был именно труд, именно такое вот утеснение самого себя, да, потому что и питались, соответственно, не роскошно, да, вот, а чем Бог послал. Вот, и поэтому вот паломничество, оно отличается от туризма. Да. Сейчас, конечно, по-другому. Сейчас сели в комфортабельный автобус, за 3-5 часов доехали, там помолились, окунулись в роднике, там попили водички, набрали с собой, еще что-то, поехали обратно домой, вечером приехали. Конечно, это не совсем то, что сходить пешком в тех тоже Дивеево, скажем, да, или в Синоксары. Вот. Но, тем не менее, все равно это и сегодня это при правильной, повторюсь, организации приносит большую пользу. Вы уже сказали про Иерусалим. Обязательно ли посетить Иерусалим и где вообще надо побывать? Нет. Вы знаете, вот такого нет, никакой обязательности ни в чем нет. Человек, который никогда нигде не был, ничем не отличается от того, кто объездил все святые места и по несколько раз. Да нет, абсолютно нет. Это зависит от возможности человека, от его устроения. Кто-то любит, дома не может сидеть лишний день, а надо куда-то обязательно бежать, а кому-то из дома выходить не хочется. Это все очень индивидуально. И никаких заповедей о необходимости паломничества не существует. Кстати, вот по поводу нашей Ульяновской области, Симбирской епархии,
паломники какие места посещают? Есть такое вообще? Приезжают к нам? У нас есть несколько монастырей. Во-первых, это Жадовский монастырь, где икона Жадовская, чудотворная икона Божьей Матери. Она, правда, у нас объезжает в течение лета все храмы нашей митрополии, да, этим крестным ходом, о котором мы говорили с вами. Вот, но и все равно множество людей приезжает туда для того, чтобы помолиться, там, побыть в монастыре, вот, побыть на богослужении, опять же. И приезжают люди в наши женские монастыри, в Комаровку Михаила Архангела монастырь, недавно открытый монастырь в Ляховке, который открыт недавно как монастырь, но как монашескую общину их знают уже давно все жители нашей области, и часто туда бывают, приезжают. Человек, который приезжает туда, он еще и, как правило, приезжает потрудиться в монастыре, чем-то помочь братьям или сестрам обители. Вот. Это такое вот паломничество, оно приобретает такой труднический, я бы сказал, характер. Да, и это тоже хорошо, это тоже помогает человеку как-то вот, ну, узнать самого себя, прежде всего, лучше. И, как правило, из таких паломников и трудников потом и становятся монахи. Или человек приезжает в монастырь потрудиться, пожить вместе, пожить вот в этом режиме, ритме монастырского богослужения, работы. Вот. А потом понимает, что это, собственно говоря, то, к чему он стремился всю жизнь. Это то, чего искала его душа и, наконец, нашла. И остается в монастыре. Как правильно надо подготовиться к паломнической поездке? Ну, во-первых, надо сразу понять, что это не туризм, не красоты, не это. Это труд, это молитва. Надо обязательно прочитать все, что можно о том месте, куда вы едете. Если это монастырь, о его истории, о его каких-то основных святынях. Вот. Если это монастырь, связанный с каким-то преподобным или каким-то святым, да, надо почитать его жизнеописание. Вот, например, поехать в Троице-Сергию Лавру и не прочитать жизнеописание преподобного Сергия, ну, это безобразие, конечно. Надо обязательно и историю лавры монастыря посмотреть, и что там здесь сегодня, какие там святыни еще есть, кроме мощей преподобного. Вот это вот надо так внимательно подготовиться. Надо подготовиться к молитвенному труду. Скажем, часто бывает так, что люди едут, допустим, в автобусе, да, читают акафист все вместе, да, или какое-то еще молитвенное правило, вечернее, утренние молитвы читают вместе. Да. Вот этот настрой, и он дает, это вот как бы настраивает душу человека на дальнейшее такое вот пребывание в паломничестве. И тогда человек привезет обратно не только впечатление, но и такой духовный плод, ради которого он захочет и поехать еще и еще раз. Собственно говоря, в этом и заключается духовный смысл паломничества. Спасибо, Владыка. До свидания. До свидания, уважаемые зрители. Спасибо. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы, которые вы присылаете по электронной почте. К нам поступил вопрос. «У меня была очень тяжелая жизнь, много спорных ситуаций, во многом виню и себя. Так что постоянно болит душа. Очень хочется поговорить с батюшкой, разобраться, понять, где мой грех, а где нет. Можно ли это сделать во время исповеди? Возможно ли это вообще? И как это лучше сделать? Ведь священник не психолог, а духовника у меня нет». Конечно, во время исповеди будет, наверное, трудновато рассказать всю свою жизнь. Для этого нужно достаточно времени. Поэтому я думаю, что священник, который находится в вашем храме, служит, и вы с ним общаетесь близко, он не откажет вам в чашечке совместного чая, чтобы вы рассказали за такой неформальный, да, за неформальным общением о своей жизни, о том, какие несчастья вас постигали, что вас привело к Богу. И, может быть, именно в этой исповедальной такой беседе что-то откроется лично для вас и для священника о вас новое, какие-то новые обстоятельства. В этой беседе, может быть, какая-то будет для всех польза. Польза для священника, для его опыта, и для вас в ответах священника. Поэтому важно общение, но общение такое близкое невозможно во время исповеди. Исповедь – это действительно таинство, в котором человек исповедует свои грехи, кается, поэтому, да еще за спиной стоит обычно толпа людей, если это праздник, поэтому будет сложно побеседовать, рассказать всю свою жизнь. Поэтому есть рекомендация
вживую общаться с священником, стараться поддерживать отношения, связь, дружеские отношения. И, конечно, священник выберет для вас время, чтобы пообщаться вот так неформально. Здравствуйте, братья и сестры! Для совершения богослужения священнослужитель облачается в специальные священнические одежды, одеяния. Одной из частью этого богослужебного одеяния является епитрахиль. Епитрахиль – это греческое слово, которое в буквальном своем смысле означает одеяние вокруг шеи или на шее. Для наглядности покажу вам, как она выглядит. Это особой формы длинный отрез ткани. Изначально епитрахиль делалась во время хиротонии диаконова пресвитера из диаконского араря, и задняя часть араря перекладывалась со спины на грудь. И таким образом две полосы диаконского араря оказывались у священника спереди. Впоследствии для удобства их стали сшивать. Епитрахиль – это образ благодати Божией, которая пребывает на священнослужителе. Собственно, слова молитвы, когда священник одевает епитрахиль, говорят следующее: «Изливай ей Бог благодать свою на священники своя». Тем самым священник и спрашивает благословение на совершение богослужения или какого-либо таинства. Епитрахиль – это один из тех предметов, без которого священнослужитель не может совершать ни одного действия, не может совершать требы, не может совершать таинство, не может совершать богослужение. В редких случаях исключением бывает, когда нет епитрахили, то священник может благословить любой предмет, длинный отрез ткани или веревку, или даже полотенце, для того, чтобы совершить какую-то требу или таинство. Так, например, делал святитель Лука, воин Ясенецкий, когда исповедовал смертельно раненых солдат. Так как не было у него с собой священного предмета, не было с собой епитрахили, он использовал для этого полотенце. Тем самым мы с вами видим, что епитрахиль – это тот предмет, та вещь из священнического облачения, которая своеобразно символизирует Божию благодать для совершения того или иного таинства.